Друзья, группа Самбатарея, пожалуйста, на сцену. Вот они летящей походкой собираются. Не хватает только одного. Самого здорового из нас. Вот такой качок. Где он? Где он? А, вот, вот. Идет. Thank you.
Концерта, наверное, мы кого-то будем вызывать на сцену. Может быть, даже того, кого вы не знаете. Для начала наш близкий друг, наш товарищ Маша Болохова. Ты в зале. У нас не хватает друг, нам нужен шокерист первого разряда. А вы запишите срочно подарок. Кстати, меня тут просили напомнить. Это немаловажно, оказывается, это чисто коммерческий такой коммерческой составляющей сегодняшнее предприятие, мероприятие. Здесь существует такая система на входе, называется Pay What I Want. Да, Pay What You Want. Так что не возбраняйтесь.
А ты что, забралась уходить? А мы тебя будем периодически вызывать тогда, хорошо. Мария Балахова. Непростой инструмент, кстати, шакире. Если честно, я долго в нем пытался разобраться, вернее, долго хотел начать учиться на нем разбираться и играть, но так пока что руки не дошли. Там очень интересная постановка. И палмом можно, и фингерсом играть. В общем, ну это для специалистов, это не нужно. Недавно мне посчастливилось таки познакомиться с этой красавицей, с нашей девушкой, с вокалисткой, которой мы сегодня будем выступать, Катерина Балыбаева. Говорит, не пойду теперь. Она такая красивая, такая хорошая. Ну капризная. Ужас. В этом вся прелесть. Причем за день. За сегодняшний. Дело в том, что с Катериной мы попробовали записать песню, которую вы все знаете. Песню довольно-таки лирическая, называется «Сибаны». Трактовка, в смысле перевод этой песни, все говорят по-разному. То ли это признание в любви мальчика девочки, то ли наоборот, девочка мальчика, мальчику. Но вот насколько я узнал недавно, очень интересно. Нет, здесь традиционно все испорченные какие-то, потому что невозможно работать. Дело в том, что сибаны, насколько объяснили мне носители культуры, это племя, которое куда-то исчезло. Такое же племя, как ацтеки, майи в свое время. Куда они исчезли, почему исчезли, значит, с приходом испанских завоевателей, что-то случилось с этим племенем. Это были очень, очень добрые люди, смуглого цвета кожи. Они у нас в ЖЭКе работают. Худощавые. Вы же понимаете, в ЖЭКе они хоть за какую-то зарплату работают. А при испанских завоевателях ты попробовал бы выбросить что-нибудь. Худощавые. Занимались в основном рыбной ловлей. Вот. И речь идет о том, что человек поет с тоской о том, куда делось это племя. Видимо, кто-то из этого племени случайно каким-то образом оказался в городе Москве зимой в минус 25. Кучерявый, худощавый. Ищет жена. Сделали мы эту вещь в таком очень редком ритме, который называется тумба францесс. Thank you.
Балыкбаева. Иногда забываю, что я на сцене. Этот человек настолько располагает, потому что вы чувствуете себя свободно, расслабленно. На репетиции такого веера, к сожалению, нет. Вот. Следующая песня, которую мы сыграем, будет называться. Молодец. Очень долгое время. Мы дружили с нашими друзьями из группы Ашей Капуэра. Это такой вид спорта. Дружим до сих пор. Песенка, которую мы сейчас играем, мы заимствовали у них. Играем всегда с ними и без них тоже играем. Она их все равно обожает. Нас тоже любим. А, вы здесь? Да, какая неожиданность. Thank you.
который так долго танцевал капуэру, Рикардо. Но дело в том, что несправедливость в том, что он не сыграл соло. Это мультиинструменталист, владеющий кавакини, владеющий голосом, владеющий капуэрой, владеющий перкуссией. Поэтому сейчас я попрошу еще раз сыграть кусочек калейки, в которой Рикардо сыграет соло. Thank you.
Наш любимый клавишник с моторчиком Егор Дергачев. Добрейший души человек. Дорогие друзья, наверное, пришло время представить людей, которые на сцене сегодня находятся. Клавишный Егор Дергачев. Клавишник с моторчиком. Клавишник с моторчиком. Обожаю это у него. Группа Эсперанто. Шлейф прошлого. Группа Самбатерия Овер Серано. Самый красивый, симпатичный среди нас, самый пупсик. Juan Arlindis Banios. Бас-гитара, клавиши, перкуссия, шляпа, бокал и все такое. Низкие частоты нашего коллектива. Моя правая рука, мой большой друг, человек, который всегда в трудную минуту, так же, как и все остальные рядом со мной, Сергей Князев. Сегодня у меня легкая минута, но он все равно рядом. Симпатяга. Александр Глазов. Один из старейших нашего коллектива. Моя правая рука. У меня несколько правых рук. Достаточно. Самый красивый, самый обаятельный человек из нашего коллектива, самый светлый. Катерина Балыкбаева. Катя, тебе все аплодируют. Настоящая, с большой буквы, Ирина Савицкая. Человек, который только к нам присоединился, к нашему коллективу, который еще не до конца вошел в жизнь, в московскую жизнь, в московскую музыкальную жизнь. Человек, который всю жизнь прожил на Кубе, в Порту, в Пуэрто-Рико, жил везде вообще практически в странах Карибского бассейна, где тот слон не жил, знающий эту музыку не хуже, чем носители. Алексей Кузнецов. Ну, по родителям он Мартынов. Вот, а так, Алексей Мартынов, в общем, попрошу еще. Мария Волохова вы уже видели, она уже была здесь, еще раз придет, скоро надеюсь. Рикарды никуда не уходят, Рикарды всегда тут. Катю я представил, все, ни от кого я не получил по мозгам за то, что мне забыл сказать. Так что можно приступить к следующему номеру. Там не громко в зале, ничего. Класс? Класс! Квас? Вадим Витальевич Вицинов, как вам звук в зале? Вообще грустновато было. Как было? Грустновато было. Грустновато? Так это песня такая лирическая. Я вижу, здесь вообще собрались любители капуэйры. Вот предыдущую песню. Есть? Да. Много? О, есть любители капуэйры. Ну. А что предыдущую песню мне очень понравилась. Я сейчас признавался. А как вам девушка особо? Я сейчас все... Уже все говорил лично. Давайте еще поаплодируем.
Единственный недостаток этой песни, что под нее трудно исполнять капуэйра. Почему? Есть такой стиль, он очень медленно исполняется. Но я называюсь капуэйра Анангол. Кто кому будет рассказывать? Мы вообще с Артуром познакомились как? Я же преподавал на Малой Грузинской. Да, в ГРУ. В ГРУ я преподавал капуэйру боевую для ФСБшников. Ну, сейчас об этом уже можно говорить, раньше нельзя было говорить. ФСБшников. Поэтому давайте немножко начнем с капуэйра. А вот разница некрасиво. Нет, дело в том, что у меня в прессе, знаете, где кубики, вот я два кубика потянул сегодня с утра на тренировке. Они для КПР очень важны, поэтому я не буду сегодня показывать эти трюки. Ни кубиков, ни треугольников. Давайте лучше споем песню. Дело в том, что мы с Артуром часто спорим, откуда кто произошел, но в итоге все споры заканчиваются, ну, во-первых, двумя-тремя бутылками выпитыми. И в конце концов решаем, что и цыгане, и армяне, и даже и кубинцы произошли все из Африки. Поэтому давайте споем африканскую, вас народную. Обвините уже в экстремизме. Я вас попрошу быть осторожнее. Все-таки нас слушает здесь полмира. Здесь трансляция. Давайте споем народную африканскую песню. А политически рассуждаете? Вот так нормально вам будет? А в зале, друзья, если нормально, поднимите большой палец вверх у конкретной римляне. Вот так. Если кого-то что-то не устраивает, так. Позволю себе напомнить, что сегодня у нас система. Перевод его. Перевод его. Джамбу. Джамбу бана. Yes, every good time. Enjoy the samba. Джамбу, а теперь второй. Джамбу, Гуана, take it easy, Hakuna Matata. Джамбу, Джамбу, Гуана, скоро я пойду в спортзал. Thank you.
Памиос, иди работай.
у нас есть еще одна песня. Алексей Белов, такой же музыкант в нашем коллективе, как и все остальные. Работник невидимого фронта. Наше машинное отделение. Друзья, кто-то хочет что-то спеть? Да. Например?
самбу. Какую? Основную. Основная самбу. Парни, растем! Thank you.
Катерина Балыбаева. Арлендис Баньос. Спасибо. Овер Серано. Рикардо. Спасибо. Слюдбище. Слюдбище. Сергей Сергеевич Князев. Сан Саныч Глазов. Ирина Валерьевна Савицкая. Алексей Мартынов. Егора Пропеллер Деркачев. До новых встреч, друзья!